Эй, ребятки, с вами я, злая летучая, страшная тля. Вот, да, вот так вот. Значит так, мы продолжаем, значит, наше приключение в Зельде. И в прошлой части, вот, я не прочитал вот это вот надгробие. Давайте же его проверим. Вот, здесь покоится Дармани, третий герой Гаронов. Этот мемориал поставлен в память о прославленном герое. Покойся с миром, великий воин. Ты прочтешь наставления, оставленные героем? Да. Техника действия. О, избранный герой Гаронов. Твоя способность легко перемещать предметы является наиболее важной. То есть сердце, наполненное благородным состраданием, добрее и мягче, чем у остальных. Герой Гаронов, нажми А и Э, чтобы завертеться, закрутиться с невероятной силой. Если Гарон, обладающий волшебной силой, достаточно сильно раскрутится, то тело его покроется шипами прокалывающих врагов. Вода опасна для героя Гаронов. Он камнем идет на дно. В воде он беспомощен, примет во внимание. Так, у нас тут еще что-то. А еще так. Не хочу читать. Много букв. Нет, ничего не будет. Техника боя. Нет ничего страшнее для врагов героя, чем удар Гарона, выполняемым нажатием B. Частые нажатия B позволят герою Гарона выполнить серию ударов. Нажав А, чтобы раскрутиться, Гарон может подпрыгнуть, нажав B. Он приземлится, сотрясая землю и расплющивая противника. Вот это я не знал. Оп. Ну ничего себе ты умеешь, Линк. Ну, давай сейчас прекратим вот это вот баловство и сейчас пойдем возьмем меч. Всем здорово, царь проснулся. Так, что? А, да, точно, забыл совсем. Опа-на. Эй, браток. Да, пришлось побождать, готово. Твой меч, как Кири, превратился в острый клинок. Как здорово. Это более острый меч, наносящий больше повреждений, но после 100 ударов он затупится и станет непригоден. Ха! Не забывай, что ударом мечом 100 раз ты затупишь мою заточку, и меч приобретет прежние свойства. Скажи по секрету, если ты принесешь немного золотой пыли до того, как затупишь меч, я сделаю его мощнее, мощнейшим из всех существующих. Ты понял, золотая весла? Окей. Мне нужно прекращать заниматься таким делом. Ну, пойдем тогда сейчас Гароном и споем песенку тому маленькому засранцу нашему. Что за дела творится? Где у нас парень, который открывал проход? Я не понимаю, откуда тут эти глыбы появились? Что за фигня? Или это и есть Гарон только в глыбе? Я не понимаю. Дай-ка. Оп! О-о-о! Мы сами смогли открыть для себя эти ворота. Ну хорошо, хорошо, пройдемте. Небось, сейчас никто не сможет закрыть ворота, и все замерзнут. Ну да ладно, я думаю, этого не случится, потому что игра. Эй, батя, пришел! Так, сейчас. О, да, батина песенка самая лучшая! Ну чё, будешь рыдать ещё, мальчик мой? Эту песню я всегда играл мне перед сном мой папа, но она не полная, спою её продолжение. Ого. По-моему, только что кинул Зигу. Дискачу, а будем тусу устраивать. Ты сыграл колыбельную гномов. О да. Почему отец настолько старый, и он уже как-то умудрился получить себе ребенка? Это вообще-то опасно, отец. Ладно, как будто со мной папа рядом со мной.
Пс. О, отлично, где моя награда, пацаны? Начало кобылебельной превратилось в колыбельную Гаронов. Говорил гномов. Эта колыбельная окутывает слушателям покоя. О! Ну ладно, ладно. И что, теперь я могу их взять? Здрасте. Здрасте! Не, ничего не получилось. А так? Ага, Гарон засыпает, а слышишь колыбель Гарона. Это пригодится. Да, для чего? Зачем я это снова сделал? Ой, здрасте. Фух, ты спас меня. Похоже, этот плач мешал гореть факелу. Вот такой вот сын старейшины Гаронов. Так, мешал, значит, факелу гореть, да? А мне что, нужно еще где-то поджечь факелы? Смотрите, правда, хорошо, что я вернулся и поговорил. Сейчас все сделаем. Так вот, раз. Два. О! Я не знал, действительно. Вот это да. Так, теперь мы можем сыграть в боулинг. Ну что, ща, бать, придёшь, жди. Что это? Здрасте. Схватить. А, это еда. Да ну нафиг. Вот это жратва, конечно. Эй, папчик принес поесть. Ложи. Жрать будешь, а? И куда мне еду-то девать, я не пойму. Ну, в общем-то, я разбил все вот эти вот гашки. Ну, вроде бы как все. Ну, я там посчитал, но я думаю, я все собрал. Ну, и, в общем-то, ничего мне не выпало. И я не знаю, что мне дальше делать. Куда мне этот кусочек еды девать, все такое. Но, когда я разберусь, я думаю, мы придем к ответу. Смотрите, у нас же тут еще есть проход. Вот это да. Оба-на! Полетели! Оба. Ой-ой-ой-ой. А впереди гоночный трек Гаронов закрыт на зиму. Отлично. Нет, не получилось. Так, отлично, я открыл контрольную точку. Да? Ну, и правда. Бфф, ну ты творишь, а? Ты что, голодный, что ли? Тебя накормить, небось, придется. О, боже. Ой-ой-ой, он же умрет. Ха! Окей. А тебе что, больно, что ли? На, кулачком. О, встречай. Нет, не получилось. Ладно, сейчас мы по-быстрому. Горончиком. О, вот так. О, слушайте, барыги. О, что, драться хотите, да? Сейчас мы линком встанем и убьем вас. Поняли? Давай, давай. Давай, вот сейчас, позорно. На тебе. Давай еще один. Да, да, давай. На, все, готово. Вот так-то мы делаем с этим проказником. Так, а что у нас тут? А, зелец, хорошо. Дальше у нас тут опять идут эти глыбы. Нате. Тут ничего. Нате. Тут тоже ничего. Что-то я, наверное, не хочу сейчас. Хочу вон туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут ничего. 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 По-моему, там было что-то. По-моему, там что-то было. Да, у нас тут пещерка.
Давайте пройдемте. О, это же фонтан Фея. А это значит, что, что у нас наверняка неподалеку есть пещерка. Вот я туда. О, юный избранник, пожалуйста, услышь нас. Найди всех фей Росины в храме Сноухеда. Отыщи фей, имеющих такой же цвет, как у нас, и принеси их сюда. Алай! Ну что, идем спасать фей? Бум! Бин, that's not bin. Сейчас мы... Ой-ой-ой, чнюпал, все нормально, все сказал. Уф, залетели. Храм Сноухеда. У нас тут ребрышки. Довольно с чем. О! Ах вы пельчата, кто это? Это белый бой. Успокойся, такой. Да-да, вот так, их просто много, вот и все, я понял. На. Фу. Все? Хм, выглядит внушительно, похоже, тут нужно больше, чем обычная сила, чтобы сдвинуть. Схватить. Вот и все. Но у нас тут эта штука была, что нам... Ничего. Ну, писка не было. Типа, ду-ди-ди-ди-ди. Значит, не нужно ничего делать пока что. Окей. Вот, блин. А вот это уже не окей. Ну чё, волчара. Давай, атакуй меня. На, хорошо. Тогда я тебе сделаю проще задание. Давай-давай. Вот так-то лучше. Фью. Так. Оп. Оп. Ой, оп. Не, вот, оп. Отлично. То ли тут музыка, то ли не музыка. Ух ты. Вообще какие-то звуки интересные. Вместо музыки. Открыть. Оу, оу, это опасно немножко. Татл. А в таком скользком месте, как это, ты можешь свернуться как горон и кататься как шар. Давай попробуем, а? Что у нас снизу вообще? На. И тут фея, небось, да? Нет, не фея, что за фигня? Что подстава? Интересно, я... Могу ли я, как будучи Декускрубом, проскользить? Ну не проскользить, а протоптать только по лаве. Но я сомневаюсь. Это было быстро. Айси Гарончиком. О, Гарон вообще, блин, читан. Он плевать на все. Ну хорошо, сейчас мы там пройдем. Вот так-то. На нафиг. Фью. Хорошо. Теперь у меня должны быть догадки некоторые. Так, что это? Не говори, что ничего не знаешь о ледяном. Береги свое дыхание, ненавижу холод. На, все, One Punch. Так. Ну, у нас там фея, да? У нас и там фея. Но спустится ли она, если я по ней попаду из лука, к примеру? Вот это вот самое интересное будет у нас. Что, помогло? Линк, спустись с ней. Нет, Линк, не так, дурак. Чуть-чуть, давай. Линк, аккуратно. По-моему, эта фея не собирается ко мне прыгать в ладошки. Ой, каким-то чудом все-таки поймал фея. Ладно, ничего не получается. Уже сколько раз пытался. Пройдемте дальше, что ли? Так.
Ой, у нас вот эта мышка интересная. Иди-ка сюда. Оп. Все. Башкой сейчас будем биться. Не понимаю. Оп. Оп. Ой-ой-ой, Линк. Не то делаешь. Вот так. Вот так. Вот так надо таранить врагов своих. Уа-уа. Так, у нас тут золотой сундучок. Что у нас тут? Дайте мне хук, чтобы я смог ловить. Пыш-пыш. Я нашел карту. Зачем мне карта? Я не знаю. Мой мозг, моя карта. Так, что это тут у нас? Тут плита. Хорошо, у нас тут пир. Это я second pier. Возможно, я знаю, что нужно сделать. Дайте-ка. Ну-ну-ну. Нет, я так рассчитывал, на самом деле. Значит, нафиг надо, идемте дальше. И что у нас на карте? О, довольно неплохо. Ох, так, что у нас тут? Оба-на. Строительная площадка какая-то. Ой, ё-моё, моя голова тут сейчас взорвётся. Хорошо. Что у нас? На самом снизу что-то еще интересное. Все хочу посмотреть. Погодите-ка. А что у нас тут? А, мы просто вниз спустимся. Я, кажется, понял. Да. Ну хорошо, а что у нас снизу? Как я не хочу свой тратить меч. Дайте-ка, вот так. О, вот так-то. Вот такого я не ожидал. Ой, тритату. Что, ты ничего не знаешь о красном черепе? Если он вреден тебе, встань в защитный пояс, чтобы он выскочил назад. Я понял. О, вот у нас большая красная кнопка. Давайте попробуем. Ой-ой-ой. Оу. Ну, я думаю, с этим бесполезно. Я не знаю, как против них сражаться. Дурачки, блин. А, я вот это уже больно. Прекратите, больно. Так. О, фея. Иди сюда. Иди сюда. Вот так-то. Вот так-то. Отлично, отлично. Так, у нас тут дверь, давайте пройдемся. Ага, да я. Да как я смогу вот эту штуку у нас, это самое, растопить? У меня же ничего нету. Лабиринтик какой-то. И все? И больше ничего? Серьезно? Что это за место? Ой, как все запутано. Ой, сколько мест, сколько ходов. Жесть какая. Вернемся на обратную сторону тогда. Точнее, к входу. А лучше не входу, а сюда. Так, что ты там Татал нашел? Не могу посмотреть, блин. Так, а что если я тут? Ничего, звука нет, значит, что-то не так делаю. Тоже ничего. Хорошо. Если это хорошо. А, вот так в чем дело. Вот на что вы намекаете. То есть взять палку и растопить тут все, да? По-моему, я знаю, где еще мог что-то растопить. А, ладно. Вот у нас тут пазлики. Ну и чего они будут такие трудные? Берем, значит, эту штуку. Блин, сколько тут всякой... И сюда. Без ключ найду. О, да, это маленький ключ. Ну и ещё. Так. Теперь понять, куда его толкать. Куда его... толкать, мне бы понять. Ну хорошо, к примеру, сюда.
Зачем сюда? Не знаю. Наверное, так надо. Я все равно не запрыгнул. О, даже Линк может. Нифига, Линк, ты крутой. Так. Ого. Наверное, это нам на будущее пригодится. Я так думаю. Ну да, в принципе, я тоже так заметил. Приметил. Ладно, смотрите, я думаю, на одной платформе мы окажемся как-нибудь. И нам нужно будет перепрыгнуть на другую. И вот благодаря этому камню, который мы сюда поставили, мы сможем использовать его как опору и пройти туда. Сейчас попробуем растопить лед. Ну что, получится? Чего? Ты серьезно? А если палкой ударить? Ха, странно. Ну, хорошо, тогда идем к началу. Ну, собственно, я вернулся к началу, у нас тут волчара позорная. На тебе по спине, по хребту. Алло. Ой. Так, открываем, значит, дверь. Хорошо. Так, у нас тут волк. И он за ледышкой. На! По спине. Ха. А как их топить, не пойму, что им надо. Ну я же коронской силы не смогу же. О! Вот это я сразу заметил. Ау. Дай мне свою спину еще раз. Покажи мне свои прыщи на спине. Меховые. С блохами. Вот так-то. О! О, да, это компас. Теперь я самый умный. И еще географ. Так. Блин, я что, дурак? Секунду. У меня же есть бомбы. Нет, просто дело в том, смогу ли я... ну, я сомневаюсь, конечно, но, блин... Все же. А, нет. А! Это было больно. Давайте попробуем вовремя кинуть. Ау. Линк, ну как ты его возьмешь, а? Typical problems. Окей, идемте дальше. Так, да, ничего не можем взять, ничего нам не дают. Это плохо на самом деле. Может, я туплю так по-жесткому, но... Ой, что это? О, что? Это сосулька, похоже, мы уже видели перед этим одно. Ну, ща, все сделаем. Оба-на. Оба-на. Вот так-то. Раз, два... А другие сосульки будут падать, как только я к ним приближусь. Вот я уверяю. Вот именно. Что следовало ожидать. Так, я хочу сначала сюда забраться. Ай. У нас и стрелы. У нас это еще стрела. Вот я туда. Так, Это что? Это не что? Блин, у нас же есть вот эта штучка, интересно. Может, она что-то подскажет? Естественно. Естественно. Вот почему я не мог тогда их, наверное, собрать, феи. Ну, может, я смогу, я не знаю. Сейчас попробуем. О! Ей. Вы что-то с другой стороны, что ли? Так, ой, Линк, тебя колбасит. Вот так-то. О, да, ты нашел потерянную. Те, спасибо. О, оп. Оп. Ой, Линк, ты опять падаешь. Что ж с тобой не так? Хорошо, сейчас. Оп.
И последний рывок. Ну, предпоследний, конечно. Точнее, он не последний. О, ну что, сейчас батя все сделает. Так, берем отсюда ключик. Я как понимаю, будет ключик. Кто бы ошибался вообще? Ха-ха. Кто бы сомневался? Ух, блин. И этот ключик нужно использовать на той двери. А там ведь у меня были еще феи. Ох, ладно. Ха, ну тогда. Кто-то на меня идет, да? Дайте ко мне пройти. Что? Линк, ты чего это? Ты же прекрасно видишь, что тут ничего нету. И он не может пройти, это довольно странно на самом деле. Хорошо, что это у нас за штука? Татл. Что? Ты думаешь, что сможешь нажать ее, просто вставив сверху? Ты не шутишь? Твоя версия недостаточно, чтобы опустить ее. Я понял тебя, Татл. О! Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда. О! О! А! Вот так-то. Так. Опустить-то понятное дело, а если... Нет, ничего. И странная игра. Не поймешь, что нужно тут делать. Ну нажмем. Оп. О, да. Отлично, отлично. Но почему мне показывают? Почему не могу пройти? Ну, а ладно. Сейчас Линком станем, все сделаем. Верно, Линк? Да, Линк. О, какой ты... воодушевленная войска у меня. Куда лезешь? Нет, не так. Башкой нужно... О, вот так, молодца, молодца, красава. Так. Гарона тайм. Оп. О! Что? Ой, да, как много времени у меня. Что? Что я делаю? А! Дайте еще раз попробуем. Понял. Это было довольно интересно. Ну ладно. О, ё-моё. И тут упасть довольно было некомфортно с тех времен, когда нельзя было бы сделать быстрое сохранение, которым я сейчас пренебрегаю. Так, хорошо. Ну, представим, мы, вот, значит, без сохранений таких. Приходится наделать все вручную. Как это будет? Ну, сейчас все нормально прошло. Видно-то как. Ой, горончик мой. Иди сюда. Будем разбивать эти штучки. Оба-на. Забраться никак не могу. Печаль. Только по лестникам. Оп. Ё-моё. И как мне туда потом взбираться? Я не понимаю. Горонище. Ой, что у нас внизу? Что это? И все? Ради этого я сюда спускался? Ради пустых горшков? Не поверю. Что ты тут, Татл? Бушуешь? А? А? Я просто думаю, то, что если я сыграю мелодию, то пугало мне поможет куда-то там забраться, или что-то типа того. Ну просто еще не могу объяснить причину... существование той платформы, которую мы только что видели с вами. Так, ну что, я снова в строю и проходим те вот сюда. Сюда еще не проходили. Ой-ой, ты что, офигел? Хочешь получить? На. Так. А, мы тут уже были.
Что делать? Не знаю. Look, Link. Ой, Link. Тихо, тихо, детка. Вот так нужно. Из-за этого я ненавижу эти игры. Они слишком непредсказуемы. Ой, Ядрич. Я все равно еще сюда вернусь. Я буду настойчив к этой игре. О, здрасте. Что у вас тут? А, ты нашел опять пею. Зачем мне эти пеи? Так, ну что, двигаемся дальше. Сейчас мы раскрутимся и полетим! Отлично, отлично. Так, эти нужно разбросать, мало ли. Вот, сердечко как раз-таки мне полезное очень. Спасибо большое. Так, вот давайте сейчас пройдем. Ой! Ой! Что это? Ой-ой-ой, знахарь пришел. Ой, дед, дед, ты чё, не бушуй, дед. Фига себе, тут игру себе устроил. Ага. Дед, иди сюда. Это виз, бро, у тебя есть. У тебя будет шанс, когда он начнет атаковать. Главное, внимательность. А, вон он атакует. Ах ты засранец. Ну ты вообще, дед. Давай, давай. О! Вот так я понял. Ну, шилинг возьму. Вот так тебе, понял? О, давай. А! Что он творит? Он взбесился, а, дед странный. Вижу. Думал меня обмануть? Я вижу. О! Вот так тебе. Еще живой? А, нет, все, отлично. Золотой сундук. Опа. Что у нас тут? И это... Ты получил стрелы огня. Назначь их на 7 вместе со стрелами. Они помогут прожигать предметы. Отлично, а теперь я знаю, как использовать эти интересные штучки. Ха-ха. Давайте со мной не сходим. Так, вон тут у нас интересная штучка. Сейчас мы попробуем ее сфигануть. Так. Берем, значит, стрелы. О, да. И растапливаем лед. Опа-на. Почему я, конечно, не смог это сделать с помощью ветки огненной с огнем? Я не знаю. Ну что, не знаю, куда мы сейчас полетим. Ну, я думаю, мы разберемся. Делает тут. Вон, я видел, да. А вот цветок у нас там. Оп. Отлично. А дальше куда? Ой. Ох. Приземлился. Вот так вот. Поджигай. Yes. Отлично. Кидай. Блин. И что, все поджечь нужно? Ну, давайте попробуем. Чего? О, поджег. Чего ты орешь? А, это ману требует. О, ё-моё. Окей, ман нету. Но я все равно все сожгу. Давай. Еще один сундук. Ну погоди, ты там у нас еще незаконченный лед. Я его не могу растопить. Это было интересно. Ты нашел потерянный фильм, твоя шестая фея. Окей. Ой. М-м-м.
А тут у меня тоже будут фейлы. Что? На. О, да. Тут я смог растопить. А там что, я до сих пор не могу растопить? Да вы шутите, наверное. Ну, игра, ну ты вообще интересная, конечно. Столько проходов, я не знаю, куда идти. Блин, как все запутано. Я думаю, тут блуждать буду еще долго. Давайте попробуем Masterpiece устроить. Все, три. Так. Раз. Два. И улыбочку. Идемте направо. Да ну нафиг, они еще потом это потухнут, а я буду там это самое опять зажигать заново. Я не хочу так делать. Так давайте. Ну, зато все-таки не зря думаю. Пробуем. Оп. Ой. О, окей. Я понял вас. Не, все-таки они еще тут зажженные. Давайте по левую сторону сходим. Так, где я был? Кошмар. Как все запутано. Первый этаж. Ну хорошо, давайте сюда пройдем. Оп. Окей. У нас тут снова ледяной погром. Тут я был. Тут я был. Был. Ага. Вроде тут лед был. Насколько я помню. Ну, естественно. Ой, блин. Ну, отлично. Но я схожу сначала в другую часть там. Чтобы потом не путаться. А, вот не высуну туда, да? Сейчас проверим. Хорошо. Тут нам никак не пройти. Тут у нас большая глыба. Значит, идёмте назад. Вот, татл бушует до сих пор. Да ну нафиг, реально получилось? Я не посматривал, че. Ага, получилось. Ага, получилось. Представляете? Получилось, да. Щелчок был, я и подумал. Так, вон там у нас глаз. Нет, нет. Блин, еще взорвется же. Похеру. О, отлично. Что у нас дало это? Неплохо. Угу. Вот так. Ну что ж, пройдем. Пить у нас тут, блин, эти ходы, не поймешь, куда идти. Вау, ключа нет. О, блин. Ну ничего себе, сейчас он появился. Вот тогда он не смог появиться, а сейчас появился. Я не понимаю эту игру, я реально ее не понимаю. Так, Линк, давай. Ты акробат. Все дела. Ну чё, пугала? Говорить. Ой, да, мы с Чечен снова. Отлично играешь, как обычно. И что? Зачем он мне нужен сейчас? А вот тут у нас интересно уже. Что? Маны нет. Оп, оп. Ай. Так, а что у нас тут? Да по-любому тут сундук какой-то. Сейчас. Что?
Что, реально ничего? Вы даете? Обманщики. Окей. Отлично. Фу, блин. Кнопочка. Ой. Сундучок. Понял. Это странно, хорошо. Сейчас все сделаем. Двигаем. Воу. Лед же, да, точно. Я и забыл со всеми бедами. Давай, Линк. Лезть. Отлично. Ой. Ура, это седьмая фея. Не смей. Вот так. Фью. Вот такая. Ура. Что у нас тут? Ну вот, как обычно, блин, вот. И как нужно было сохранить тогда на так называемую платформе? Вот как тебе сохранить нужно было, а? Ну вот, поставил ее, пойду, залезу там сверху. И тут у нас... Да, все сброшено. Тогда какого хрена? Я, наверное, я понял, тут нужно всех уничтожить, и тогда будет что-то интересное. На! Да! Наконец-то! Я-то мучаюсь, ё-моё! И у нас тут ключ, дайте-ка угадаю. Отлично, идём в ту дверь. Угу. Вижу. Чё, попробовать, что ли? Это будет, наверное, глупо, но... Как получится? Да, получил! Вот это класс! Вот это было круто! На! Офи, отлично! Забавно получилось. Применяем ключик. И у нас что-то новое! Так, враги, я вижу уже. Думаешь, получится? Но! Давай. Не попал. Оп! Но! Вот так вот, отвигать-ка силушки Гаронской. На, ой, какую-то невидимую стену ударю. Она совершенно невидимая стена, верно? У нас тут, небось, глаз! Или нет? Что это? С какой-то отверстие, непонятно зачем. Я думал, там глаз есть, который выстрелить нужно. Объясните, зачем мне это сделал. Так, проверяем снежки на наличие интересных вещей. И ничего в них не было. Отлично. А тут в них что? Пользуемся рациональным подходом. И забираем. И... Идемте дальше. Все выше и выше. Ой! У нас ящер. Ой, аж несколько. Ну давай. Как себе такой поворот? Вот так себе. Вот это крутой, конечно, меч мне сделали. Премного благодарен. До сюда. Отлично, десятая печка. Отлично. Ух, блин.
как я долго тут путешествую, так тыксызыть. Ё-моё. Придется меньше что-то блять. Ох, как я не хочу это делать. Угу, боски, понял. Ну, проёмся дальше. Оба-на. Опять ты. Эй, дедуля, Дедуля, ведь ты сейчас начнешь у меня червяков выращивать. Ой-ой-ой. А! Как? Не успел, нифига себе, дедуля. Офигевшая тварь. Смотри, что бывает. Собака одичала. Да чтоб тебя! Дед, ты ведь сейчас получишь. Да! Да! Хе-хе-хе. Окей. Хоть беситься. Хе-хе-хе. Дедуля. Ты ли настоящий? А? Вот так вот. Все, ну что, червяков выращивают. Так. Тут у нас сундучков нет, мне бы написали. Значит, нужно идти далее. И вот у нас босс Кей. Но меня интересует больше всего не там, где сейчас босс или босски всякие. О, как мне туда попасть? Вот в чем вопрос. К чему ты это сказал, я не знаю. Ну, просто великолепно. Я даже не догадывался. Вот я реально говорю, я не догадывался вообще, как это сделать. И тут такое, блин. Нужно было куда-то все-таки направить вот эту штуку. Но сейчас возьму сундук, ладно. Хорошо. Ну, тут было интересно, конечно. А ну, вылезай. Это 11-я фея. Я понятно, что 11-я, но вот там, к примеру, есть фея, которую я не знаю, как достать. Как мне вот... Вон она вот там вот. А вот... Блин. Что использовать такое, чтобы ее достать? Я не знаю. Я просто изюот. Далек. Встань от меня, не хочу с тобой драться. Скучная мразь. О! Давай, иди ко мне. Отлично. Моя 12-я фея, другие я потом поищу. Вон там у нас что-то. Раз. Два. Ё-моё! Три. Четыре. И что? Почему только столб имеет другой цвет? Я не знаю, к чему ты клонишь вообще. То есть я могу повернуть, что ли? Не пойму. Ну вот, стань Гароном. Вращение. Нет. Я думал, эту штуку вращать можно. Да! О, едрить!
На! Во! Я понял, в чем прикол. Вот оно что. Попробуй сейчас туда добраться тогда. Не знаю, будет ли это хорошая идея еще выбивать. По-моему, это единственное решение тогда получается. А, вон у нас кубики. Куда я хотел попасть. Оба. Ну что, пройду? Да, пройду. Ну что, давай, Линк, да, ты не сможешь, я понял. Сейчас попытаюсь туда как-нибудь тебя... Вот! Ой-о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 й. Отлично! Только я не могу пробить, нужно кулаками. На нафиг! На нафиг! Ля, так отлично, я расчистил себе путь, узнал сам. Вот так вот, без подсказок. Так, что у нас тут? Окей, я понял. Ой, куда ты ушел? Нет, вернись. Спасибо. Так, давайте попробуем. Да, должно получиться. Боже, я пришел к тебе. Что ты скромнил нахрен? Так, так. Так. Так, да. Хорошо, давайте перейдем к боссу. Фи, я потом посмотрю тогда уж. Ну и попытаюсь что-нибудь с этим сделать. Я вхожу! Нет, не вхожу. Во-во-во-во. Эй, урод! Это у нас кто, снеговик? Снегоминотавр? Окей. Сейчас попробуем его разморозить, и он на нас нападет, и будет боссу батл. Верно? А, сейчас. О, Линк, давай. И какой бронированный. Ты кто у нас будешь? По бате или по тетке? Механический монстр Рокси! Нифига, бычара разъярилась! Прям Dark Souls 2 пошел! Ой, здрасте, я... О, я друг... Линк, ты че, будешь горшки пинать, что ли, это? Ну давай, бычара, приближайся ко мне! Ядры, он что, с другой стороны? Он оттуда бежит? Это было мощно. Вообще бы нормальный персонаж был у меня. Что нам делать? Сейчас я превращусь, думаю. Ведь я могу таким образом избегать, пытаясь вот тут вот пролететь. Так что давайте сейчас... Оба-на! Пролетел. А ну иди сюда! Чё тебя просил убегать? О, бычара, чё татал, скажи, чё нужно. Поспеши, следуй за ним, даже если он попытается сбросить тебя, тебе все равно не сбавляет темпа. Ну ладно. Тогда давай попробуем бычару нагнуть. О, чёрт, не получилось. Сейчас попробуем еще раз. Бычара. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну давай, не убежишь. Сейчас мы тебя... Оп, ага-ха! Получай! Сейчас догоним, я в гонку попсяю. Ну ладно, ты что, дядя? Ой, блин, сбавил темп. Ладно, сейчас. Но ману взяли. Эй, бычара, ну нафиг. Бык, но. Ты чё, фига, куда ушел? А ну шо? Ой, опять меня бьют больно очень. Ладно, сейчас мы все исправим. Эй, псина, куда ты идешь? Таран! Пушим!
Куда? Ого, ого, бать, тут это, немножко обкерился, куда я лечу вообще, не понял сам. О, ладно. Ой! Это не помеха, я все равно его догоню. Натаран! Катапульту заряжай! Ну, товарищ майор, мочи его! Ой, ой, я третью, ой, я... Все, мне твое электричество не поможет, которое ты делаешь сзади. Опять что-то сказал, но плохо получилось, вот блин, а. Нет, я не дам тебе убежать от правосудия, Аллаха. Ой, ой, извините, я это... Это самое, иди сюда, короче, сейчас будем тебя бить больно. Фиг догонишь на самом деле. На! Ну, Таран! Ну, на нафиг, на нафиг! Куда убить? Ой, что это такое? Ааа, блин, это было больно. Но мы не сдаемся, я боли уже не чувствую. Я чувствую, надеюсь, что он же сохранится. Что-то я давно не сохранялся. Нифига! Ты чё, офигел? Эй, бычара, иди сюда. У вас механизмы потятся потихоньку. Я сейчас вы о вас сам испорчу. На нафиг, на нафиг! Сейчас мы все сделаем. О, Родео! 2016! Ой, мальчик мой, чё ж мне так больно? Это довольно трудно, босс. Посмотрите, сколько я его уже пинаю, ему плевать вообще. Тихо, это была блеска. Ну, недостаточно. Я все равно Ваню. И... О, нет! Ну, вот это было зря, конечно, бычара. Вот это ты сейчас зря сделал. Я чуть не умер из-за тебя, но получать на... Вон лягушка скачет. Ну вот, завалил его. Где ж мои подарки тогда от босса будут? А-а-а! Что это за звуки? И тут маска какая-то, наверное, новая или что-то там еще. Да, тут маска новая, но, извините, мсье, возьму сначала сердечко, а ты получил большое сердце, это все ясно. Мне уже давно. Ну давайте возьмем эту маску. А, да, ты заполучил останки Гёхта. Ты освободил добрый дух, заключенный этой темной маски внутри злого Гёхта. Ты сделал это. Оу-е. Оу-е, братья. Ой, опять эти прикольные дяди. Такие сильные берега. Так, что вы вообще такие? Не знаю, Татал. Не знаю, кто они такие. Это, наверное, Иисус. Я никого не пытался оскорбить, ну да ладно. Защитник. Защитники? А это Татал говорит. А так вы боги-защитники? Вот почему вы находитесь в храмах. Ну а почему боги-защитники? А, нет, стой, ты меня слушаешь, эй, погоди. Все ушло, блин, а. И ничего нам не подарил? Смотрите, сейчас размерзнется. Еще весна наступит, смотрите, смотрите, сейчас увидите все. Вот и все. Что я требовалось доказать. Эй, брат, ты что, это не мерзнет? Вот это да, весна пришла.
И вот очередной раз миг спасает народ. А что меня отсюда это выгнали? Эй, лягушка, а мне теперь бить будут эти лягушки, привет. Атака! А, я упал. Тихо, тихо, детка. Сейчас мы все сделаем. Секундочку. Тут у нас небольшие... Что это такое? Ну хорошо, понятное дело. Нет, я хотел сохраниться вообще в другой файл сейчас. Окей, лягушка, что тебе нужно? Я тебе могу сыграть в моей Карине? Может, тебе понравится? Не понимаю, что с этими лягушками делать. Они появляются, но я не знаю, что с ними делать. Нет, уж точно не петь песенки. Ой, блин. Ну, я так хотел. Она меня даже не атакует, походу. Добрая отца. Понимает, кто ее спас-то. Так, вон там у нас что? Вот там у нас уже, как я понимаю, появляется... Тыксызыть. Сундучара. Блин. Давай. Давай, блин. Красавчик. Ага, вы думали меня обмануть, но не тут-то было. Олег, незаурядный интеллект всегда найдет способ. Да, вот он. Я не ошибся. И тут у нас... Красная рупия. Как мило. Очень мило. Окей. Я иду назад с Красноуэда, чтобы собрать всех фей. Окей. Увидимся с вами попозже. Ядрить, а ты кто такой вообще? Чё ты мне тут загораживаешь? А, не загораживаешь. Эй, дядя, ты чё тут это... Какое занятие могу делать всегда, не напрягаясь? Почему я должен сидеть тут всё время? А чё ты тут сидишь? Окей, как хочешь, Бася, ну, я пошел в храм. Тот, кто держит останки, вернется туда, где встретил меня. What? Это мне нужно было сделать и в другом храме? Ой, что это такое? Перенестись в логово главаря храма? Нет, не надо. Короче говоря, это просто на случай, если нужно будет перепройти все. Но я ищу фей, так что, я думаю, это много времени не займет, но я постараюсь побыстрее все сделать, короче говоря. Ну так что, ребятки, у меня вот видеозапись оборвалась, да? В общем-то, я понял, как собирать этих фей на самом деле. Нужно просто вот взять вот эту вот маску интересную, надеть ее. И выстрелит фея, тогда она притянется ко мне. Вот такие дела. Но я подсмотрел, конечно, признаюсь. Да, я не грешен один, конечно. Но придется вот, значит, выстрелить вот в эту фею. Смотрите. Оп. Не-не-не-не-не, сейчас. Оп. И все, она летит к нам. Вот она, ты нашел патин фея, твоя 13-я фея. Вот так вот. Сейчас я проведу быстрый гайд, и вы сейчас все увидите. Ну, а, собственно, тут еще должна быть фея. Вот сейчас я вам покажу, где вот эту вот штуку можно убрать сейчас, конечно же. Вот эту вот большую глыбу. Сейчас вот возьмем ее, растопим. И мелких нужно. Побить. Вот так вот. Сейчас. Вот так вот всех мы зафигачили. А как мы можем наблюдать, наверху потолка мы видим вот такие полигоны незаметные, как бы. Но, если мы возьмем линзу правды, или же мы возьмем вот эту вот маску, то мы можем заметить то, что наши волосы, значит, так вот бушуют. Это значит, что тут фея. Надеваем линзу и смотрим, то, что тут оказывается дыра. То есть мы можем туда выстрелить. Давайте-ка это сделаем. Вот берем лук. Выстреливаем. Если один раз не получил, значит нужно второй. Окей, по-моему, я делаю что-то не то. Вон туда нам нужно. Ты чё за фигня? О!
попал. Сейчас к нам фея прилетит, смотрите. Только где фея? Я чуть не пойму, а? Ой, чё пугаешь? Это твоя 14-я фея, я сейчас вам покажу, где последняя. И вот оно, последнее место. Помните вот эту щель, которую я распознал? Ну, оказывается, сюда реально нужно было стрелять. Но только я стрелял немножко не так, как я хотел, но... Игра мне за это сказала: Олег, ты чё, офигел? Это вообще дебил. И я такой: значит, нужно стрелять, смотрите. Вот так вот берем и обращаем внимание на злодеев. О, слышали звук, да? А знаешь, что там фея? Нам нужно просто надеть маску, и она к нам прилетит. Иди сюда. Давай! Куда? Иди сюда! Батя, не лезь. Но! Окей. Все, мы всех нашли, теперь мы можем телепортироваться. Сейчас возьмем нашу флейту. Вот флейта наша. Играем. И теперь мы можем пройти к нашей фее. Но только у меня время уже кончается. Я думаю, потом отмотать, конечно, денечек. Но вон там у нас, значит, фея. Вот фонтан феи. Я думаю, сейчас у нас все пройдет благополучно. Эй, тёлка! Иди сюда. Оба-на. Ну давай! Третий раз проходить этот дерьмо не хочу. Отлично. Так, что ты на меня смотришь? Не смотри так на меня. О, мудрый избранник, я фея мудрости. А благодаря тебе я вновь обрела прежнюю форму. Знак моей благодарности, я увеличу твою магическую силу. Давай, только быстрее, иначе меня сейчас расплющит вот эта луна. Ой, спасибо. Ой. Вот он сейчас это снарядился, да? А твои волшебные силы увеличены. Теперь у тебя вдвое больше ману. Ой, спасибо большое. Приходи, когда сражение шансы ослабит тебя, что я сделал. Ой. Ну так что, дорогие друзья, я думаю, на этом нужно серию заканчивать, прошло уж много времени. Ну что ж, я думаю, в следующей серии мы перемотаем день назад, чтобы луна на нас не упала и больно не сделала. Если вдруг босс останется жив, я вот это вот все вырежу, убью босса, и мы поговорим с жителями. Они небось нам преподнесут какой-нибудь подарок, так как мы спасли их от ледникового периода, да? Ну, я желаю вам приятного дня и удачи там. Давайте. Да.